Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня тест добренького такого старенького героя. Шляпы, шапки, шляпы, магадуха, не знаю кто как называет. Уже на полной максималке. Сегодня кучу докачиваю 14 скиллов. И у нас будет максимальная шапка 490% атаки, 15 целей без кулдауна, 10-10 воодушевление плюс 7-7 суперсила. То есть максимальный заряд, который только можно по набору энергии. Где такая будет шапка тащить? Ну, понятное дело, что на вот таких вот локациях она будет сливаться, потому что она боится стана, у нее можно забрать энергию, можно накинуть паралич и кучу всякой другой срани. Как видите, Фрейя шатает. Этот герой создан, ну, раньше он везде тащил, честно говоря, но на сегодня этот герой единственный, где актуален, это подземки. Но все зависит от прокачки, которую вы соберете. Может быть, вы соберете максимум, ну, видите, то есть тут без вариантов, максимум уклонений. То есть если заролить ее на уклоны, она может тащить на 8 кошмарке, она может тащить и на PvP локациях, так как у нее нету кулдауна. Основная ее задача — это, конечно же, подземки. И на подземках я уже не раз вам ее показывал, но я хочу сам посмотреть, что будет на максимуме, как она будет вообще вот без разгона. Посмотрите, что она творит. Вот единственное, что стан, ну, для этого у нас стоит слоник. Ну, заряд просто бешеный, я даже не знаю, есть ли смысл. То есть каждый удар, по сути, это заряд на фул. Единственное, что мешает, это стан. То есть атака, ну, это вообще нереально. Вот, немножко не добило одно здание. 99%. Так, поехали на шестую. Если вы хотите пройти подземки и вы минимальный донат, качайте просто шапку, не заморачивайтесь над Минотавром. Шапка исцеления плюс воодушка плюс тыква просто творят чудеса по сравнению со всеми остальными героями. Вот сейчас мы на дереве зависли. Дерево включилось. Вот посмотрите внимательно, что мы делаем с подземкой. 44%, и вы автоматически уже проходите дальше на следующую кошмарку. То есть она соло тащит, ну, практически везде. 15 целей и фуловый заряд сразу же. То есть мы сейчас должны ударить. Вот, и 100%. Хоть мы и слились, мы прошли все на 100%. То же самое можно сделать и с уклонением на 8 кошмарке. На 7 кошмарке она тоже может соло шатать. Правда, не везде, потому что где-то есть у нас и станы, и заморозки. Ну, мы бегаем, видите, без магии, то есть она останется лучше. Если вы же будете брать магию сюда, плюс тыковку, все без проблем проходится, но это реально пушка. Я хочу ее еще попробовать потестировать на разломе и на этих, на других локациях, посмотреть, что получится. Видите, снимают баф и станет. Вот это вот самый большой минус. Но даже так вот разогнали, и она просто тупо нафиг вынесла все. То есть этот герой, ну, скажем, даже не этот герой, на сегодня прокачки настолько уже дальше зашли, что вот эти вот все локации, которые они выпустили с самого начала, они на сегодня просто не актуальны. То есть этих два героя вместе можно пройти свободно подземку. Ну, конечно, если наролить уклонение, то можно и восьмую жарить, тоже неплохо, без проблем. Там просто надо ставить супер питомца и от 12 тысяч уклонений иметь. Ну и без этого, как видите, до восьмой можно дойти просто налегке. Так, ну я хочу еще здесь посмотреть, где есть у нас хранители. На хроне можно зависнуть и нормально так разогнаться.
кидаем заморозочку и смотрите внимательно, что сейчас будет. А ничего сейчас не будет. Что-то пошло не так, как обычно. А пошло не так, мы тень просто не заморозили. Вертаем стекло. Вот, а теперь пошло так. Вот посмотрите внимательно на это. 15 целей, ребят. Просто столько дамага на разгоне. Это мы еще не взяли сюда Вальку, Купидона там и прочих. Это просто уже обычный разгон с тыквой, которые на сегодня тоже на максималке. В принципе, они одинаковые сборки. И вдвоем это просто нереально. То есть, ну, тыква такая же. Суперсила. И шапка один в один. Я хочу попробовать ее на разломе и на этом. Сейчас мы зайдем туда. Давайте я еще дойду. Интересно глянуть. 7-10. А вот тут у нас стана дофига. Но у нее такой бешеный дамаг. Посмотрите на этот дамаг. Это не сборка на атаку, ребят. Просто жесть, что она творит. Плюс она хилит себе 15%. Вообще просто изи. Единственное, у нас останется Ронины. Ну, Ронина, я думаю, она тоже. Может, и без этого пройдем. То есть это просто бешеный герой. Вот когда вот особенно такая сборка на максимум энергии, даже Родины пофиг. Все, последний зал, походу. Нет? Да ладно. Вот так вот. На 7-й, в принципе, она просто изи все проходит. На 8-й есть нюансы, есть отражалки, она себя убивать будет очень жестко. Есть стан, есть забор энергии, то есть тут, конечно, нюансов очень много. И как бы вы ни старались, она убьется просто сразу. Ой, там еще огненько кинул. То есть она отлетит от любого, по сути, она даже не заряжается. Видите, вот проблема стан, хотя она со слоном. То есть надо очень много уклона сюда, чтобы герой здесь тащил. Плюс надо железку ставить обязательно, чтобы она не станилась. Можем, конечно, попробовать. Но мы на отражалке в любом случае сольемся. То есть для этого надо еще ПДшка и заряд энергии, чтобы был. Тогда, возможно, как вариант. И то, ребятушки, это не точно. Ну, вот видите, даже такой вариант. Она просто будет сливаться. Вот она единственный раз ударила. Толку от этого никакого. Ну, до 8-й, по крайней мере, ее хватает. Так, окей, с этим разобрались, поехали посмотрим на нее в других локациях. Попробуем такой вариант. Обратно ставим воодушевление. Сейчас побегаем еще по другим локациям. Раньше когда-то она вот круто заходила на арене. Здесь просто трэш был с ней. Ну, на сегодня это уже не тот вариант. Еще бы была она автопрокером, это вообще был бы космос просто. Она бы просто разваливала все, я не знаю. Многие бы ее, наверное, и на битве гильдии использовали. Но на битве гильдии тоже как вариант использовать, смотря, конечно, какие у вас там топы будут, но она хорошо будет заходить. Так, а ну-ка здесь интересно. Видите, молчанка проходит, ну старенький герой, молчанка прошла и все.
Нас просто унизили. Попробуем по другой дорожке. Да, без вариантов тут. Даже если мы добежим, мы вряд ли даже добежим. Все равно нас ушатают. Ну, то есть, это не такой уж ПВПшный герой, как хотелось бы, конечно. Но при определенных вариантах он очень круто смотрится за счет того, что у героя, опять же, нету кулдауна. Это один из немногих легендарных героев, у которого нету кулдауна по скиллу, потому что в основном, наверное, я не знаю, процентов 95, надо будет, кстати, посмотреть героев, у них нету 95%, точнее, есть кулдаун. То есть откат скилла. Здесь отката скилла нет. И если у вас герой на чем-то зависнет, на ком-то зависнет, это, конечно, просто бомба. Круче героя, плюс еще открывается там на 13 или на 12 у нас уже открывается. Вот посмотрите, что делает. Вот фактически каждый удар это уже заряд. Все время дамажит. Жесть. Сейчас просто их всех нафиг развалит. Но каждый удар скилл. Так, окей. Давайте еще здесь попробуем. На PvP локациях, блин, было бы здесь больше иммунитета, хотя бы некоторые иммунитеты от молчанки, например. Это было бы тоже интересная тема. Но, к сожалению, у нас этого нет. Но 15 целей она в любом случае, смотрю, даже дамажит сразу. Такс, окей, с этой сборкой мы попрактиковали здесь. На ЗБшку у меня, к сожалению, нету. Поехали, посмотрим. Я хочу посмотреть на PvP локации. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так, тут мы ничего не сделаем. На ком-то зависнуть. Вот вариант зависать на Фрейе тоже довольно-таки хорош. Так, попробуем зависнуть на Ворожее. Ну вот видите, смотр ударил. Нам сейчас надо, наверное, здесь поменять супер питомца. Да, надо другого супер питомца взять. И опять же отражалки. Если мы попадаем по герою, то печаль. С узашкой шапка сразу себя выносит нафиг. Так, пробуем такой вариант. Может убрать отсюда, попробовать. Давайте попробуем такой вот вариантик. Все-таки дополнительно хоть какой-то у нас будет отхил и неуяз. Правда, не знаю, чем это закончится. Здесь, наверное, тоже нас просто сольют. Да, тут еще и замедление. Забор энергии не вариант. Но я все равно постараюсь найти базу. Точнее, раз тут, где будет Фрейя. Базы там, где нету юнита, вот, по примеру, вот таких вот. А, ну тут есть у нас юниты. Ну, что-то на примере этого. Смотрите, как себя хилит, отлично. Вообще огонь. Вот считайте, без водушки у нас получается, ну, не такой сильный набор, но каждый, вот, если присмотреться, каждый там, да, раз, два, три, каждый третий удар, вот, выпустил скилл, и уже практически заряжено. Тоже неплохой вариант. Не такой, конечно, быстрый, как с воодушевлением, но плюсы то, что есть отхил. И вот база 77, 90, 100. Считайте, каждый удар 15 целей. А если забрать там героев, в принципе, проходится на ура. Давайте здесь попробуем. Вот. Вот то, о чем я говорил. Когда у нас будет Фрейя, это просто подарок. Ну-ну-ну, давай тащи. Видите, немножко не хватает. Хотя 93% практически. Практически мы добили. Так, у меня тут срезом никого нету. То есть, конечно, здесь не топовый деф, там, не топовые герои, потому что здесь молчанка и все, и героя нет. Но на некоторых ситуациях можно этого героя вполне использовать. Ну вот, вроде да, тут вот топовый, да, сейчас ее за две тычки
просто могут ушатать. Ну, вот так оно и есть. Но на добивочку, если брать даже на битву гильдии, на добивку, вариант, у вас там осталось одно здание, почему бы и нет? Вот молчанка, Фрея и все. Какие еще варианты можно попробовать? Можно попробовать вариант с маскировкой, либо с выживанием. Ну, с вальсом это если уклонения нормальные, будут миссить все время. Ну, давайте попробуем вальс. Но это надо, чтобы она фуловая была на уклон собрана, и тогда она будет вообще просто песня. Видите? Тут без вариантов, просто молчанка и досвидос. Ну, вальс я уже говорил, что не особо актуален, только когда дофига на героя уклона. В данном случае истинная вера даже будет покруче. Так, еще какие у нас варианты? Давайте попробуем вариант с маской. Я так уже тестирую до конца, чтобы было понятно, что и если брать PvP локацию, когда-то вдруг нам пригодится она. Молчанка пришла без варианта. Хорошо, а если вариант, мы попробуем ее с ворожаем вместе. Правда, в таком случае лучше, если с ворожаем тестировать, то лучше ставить на нее священный суд. Тогда ее не так будут шатать. И отхил будет в пару раз больше. Ну, такой вот вариант, я не знаю, это уже 100%, если ее собрать правильно с уклонениями, то это любая база будет просто 100% разлетаться тоже. С ворожаем. Ворожай будет давать под хил. Еще вариант маскировка, если ее не будут до конца добивать, она будет ускоряться, то есть будет ускорение приличное у нее. Разгончик офигенный. 100%. Так, а ну-ка еще посмотрим кого-то. Так, на ком бы нам тут зависнуть? Феникс, Мэри. Они сейчас нас как шатанут. Плюс ворожей снимает молчанку, то есть это тоже немаловажно. Можно еще и слона поставить, будет дополнительная защита от стана. Плюс снимает недомогание. Но с ворожаем они в тандеме должны тащить. Набор энергии, правда, не очень. Но этого вполне хватает. Более, если есть возможность зависнуть на одном герое, его выманить, вытащить. Вот, видите, вот пошла маскировка. Посмотрите, как на маске она начала набирать резко. Офигеть. Ну, видите, сливает. То есть стан. Надо от стана поставить на ворожея нам. А где там наш ворожей? Слоника. Так, а шапка у нас собрана с маскировкой, да? Ну, тоже, в принципе, вариант хороший. Возможно, нам исцеления хватит. Так, вот есть ворожай, сейчас попробуем. Ну, зефир очень сильно бьет. Ворожая даже слили. Не вариант. Плюс отражалки, скорее всего, очень быстро посливались. Ну, видите, против отражалок надо что-то собирать. То есть, либо то, либо то, либо туда. Надо разные сборки героев. То есть, этого маловато. Ждем, IGG посмотрит и выпустит нам третий дополнительный талант на героя. Ну, такой вариант, конечно, тоже, в принципе, веселый. Зависли на Фрейе себе.
конечно, еще зависит от того, какие герои, какая Фрея. Но очень даже неплохо. Плюс еще свой отхил. В принципе, очень даже ничего. Давай тыковка еще. Тыковка разгончик может дать. Если где-то Фрейя есть с воодушевлением, это все. Это просто подарок. Давайте попробуем на подземках. Командных. Я не знаю, или сейчас кто-то здесь бегает. По крайней мере, попробуем. Попробовать такой состав для быстрого фарма. Так, ворожей и стрелка возьмем. Не, вряд ли сейчас кто-то есть, может на третью есть. На третью есть, на четвертую никто не бегает. Так, смотрим. Я без ускорялки. Смотрим. Шапка улетела нафиг. Вот ее резнули. И дальше начался разгон. Ну вот, смотрите, вот так она бьет без ускорения. В принципе, по дамагу, я вам скажу, это один из топовых героев за счет скилла. То есть она бьет по всей карте. 15 целей. То есть все время от нее летит плюшка. Если взять ускорялку. Ну, соло я, наверное, вряд ли затащу. Конечно, попробовать, но я думаю, вряд ли. Таким составом сомневаюсь. Так, тыква где-то убежала. Жить своей жизнью. Да, это слив. Хорошо, сейчас попробуем по-другому составить. Тыковку уберем сюда. Самое главное, чтобы они далеко просто не убегали. Да, видите, все-таки сливается. Шапка слилась. Попробовать на нее поставить оживу, как вариант. Я посмотрю, что по времени у нас получится. Маловато, маловато. Ведьма, конечно, это хорошо. Стрелок тоже, но сюда надо других немножко героев брать. Шапки. Надо будет попробовать составы подбирать с максимальными дамагами. Ну вот здесь тоже, видите, загрелась тыковка и все. Нас слили. Попробую еще разок.
Давненько я уже в эту локацию не бегал. Не смотрел ее даже. Так, ой, где-то я напал. Ну, класс. Сейчас попробуем еще супер питомцев всем поставить. Может, супер патами будет получше идти. Да, шапка у нас отлетает на драконе, походу. Давайте попробуем другой вариант. Тут все равно у нас маска стоит, нафиг она нам нужна. Попробуем сюда просто поставить оживу. Так, супер питомец есть, тыковка. Супер питомец есть, ведьма. Питомец есть. Ворожей. Ворожей, ворожей, ворожей у нас так не сливается. Поехали. Попробуем сейчас еще на ворожея поставим. Раскол. Для дополнительного удара. И на тыкву, в принципе, тоже поставим раскол. То есть сделаем такой мини-тестик. Надо будет проверить максимальных героев и возможности фарма. Так. Лава 3. Поехали, проверим. Ну, шапка у нас сливается, понятно, на отражалке. Вот она слилась, и все, дальше все нормально, в принципе. Ну, реально, шапка здесь, мне кажется, один из самых имбовых героев для этой локации. Не знаю, затащим или нет, но герои здесь, в принципе, более-менее собраны уже по максималке. Так, эти они все для фарма собраны. Так, смотрим дальше. 46 секунд. Ну, что, ребята, сделаем это? Лава 3 соло. Да, 7 секунд еще осталось. Вот так вот. Вот так вот, такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Не знаю, мне понравился этот герой. Вот реально, для чего он создан. Это для фарма. Для фарма подземок, для фарма таких локаций. Давайте попробуем еще. И еще нам попробовать героев. Давайте. Давайте на этом. Сюда я давненько уже не бегал. Не знаю, ли здесь мы успеем. Вряд ли мы тут соло затащим, это бред. Я с максималками, суперпатами. Я думаю, вряд ли. Ребята, не соло сливаются. Так, стрелка у нас уже убрали. Да, тут сложновато будет. Хотя, в принципе, как видите, шансы тоже, я думаю, есть очень даже ничего. Мы по времени вряд ли успеем это убить. Надо в центре стартовать, так, чтобы несколько демонов сразу тащить. А тут это уже не лава. Но шансы, как видите, очень-очень даже ничего. С максималками можно спокойно фармить. Если собрать еще твинка, еще взять одного создать чисто для фарма, можно свободно соло фармить своими твинками здесь. Ну, все зависит, конечно, от прокачек. Но, по крайней мере, держится. Одного практически убили. В общем, такой вот, ребятушки, тест. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.